Здравствуйте, как вас зовут? Привет, Андрюха. Андрюха, вы откуда? Андрюха из Карелии. Из Карелии. А это мой сын. Коль, как зовут тебя? Скажи, Коля. Подожди, не бери, Коля. Коля. Коля, Коля. Да. Коля, как настроение? Хорошо? Да. Скажите, пожалуйста, что должен знать человек, который должен ехать на отдых в Турцию, к примеру? На отдых в Турцию? Слушай, ну, я думаю, особо бабки здесь не надо. Здесь нужна, главное, башка на плечах. Ага. Ну и будь форс-мажором для русского человека. Ага. Поэтому будет у тебя все хорошо. Ага. Да, ну, если ты не форс-мажор, если ты лопата, конечно, тебя здесь огреет. Ну, естественно, нормальным образом. Ну, как бы здесь тогда нужны бабки просто и все. Как бы так. Какой отдых вообще ожидали здесь? Ожидал? Слушай, я уже здесь четвертый раз в разных городах. Да, в Алании первый раз. В Алании очень хорошо. Даже будет лучше, чем в Мармарис. Я последний раз был в Мармарис. Это было 3 месяца назад. То бишь, я уже за год езжу 4-й раз. Ого, именно Турция, да. Бельдиби не советую никому. Бельдиби там одни цыгане. Это ужасно. Все грязно, все противно. Все не настоящее. Жара плохо вообще. Просто коронавируса не хватает конкретно. Отвечаю за процессом. Здесь просто рай. Отвечаю, рай. Конкретно вообще здесь мы кайфуем. Мармарис тоже очень хорошо. Все ребята молодцы. Все замечательно. Детей они любят. Безумно они любят детей. В тот раз приезжали мы с семьей, с женой, с детьми и так далее. В этот раз я приехал с сыном. Вдвоем, кайфуем, отдыхаем, замечательно. И хочется, чтобы вообще еще много-много еще времени было, еще, чтобы не увезли еще на лето там, что ли. Ну, да, как. А, Андрей, по поводу коронавируса, что вообще, как ситуация? Слушай, коронавирус, ты знаешь, в России говорят одно, здесь говорят по-другому, там говорят по телевизору одно, здесь другое. Слушай, да я считаю, русский человек, водки жахнул, мясо заел. Да. Какой коронавирус тебя возьмет, перестань. Я же тараканов не ем, да и мышей. Как кто-то эти, ну, китайцы, как называют, да. Так что как бы не паришь, да? Ну да, китайцев так и называют, китайцы. Ну да, да. А по поводу других вариантов, очень много чего в средствах массовой информации говорится, что здесь там неспокойно, к примеру, или еще что-то. Нет, так, это все вранье. Нет, здесь спокойно. Спокойно здесь? Нет, все вранье. Здесь нету никакого кипиша никогда здесь. Я ни разу не видел. Выезжал ночью, днем были на дискотеках, были везде. Я ни разу никого не видел кипиша, ни разу. Если где-то есть кипиш, даже не дождешься полиции, жандармов, сразу предотвращают, турки предотвращают сами все. Разруливают положение, как бы все замечательно. Да. Ну а по поводу секретов каких-нибудь, поделись каким-нибудь секретом. Секретом? Да, вот как здесь лучше отдыхать? Может быть, какой-нибудь лайфхак? Ну что может быть полезно для моих зрителей? Слушай, я тебе скажу, у меня болит голова за дедом, честно. И кайфую, когда они больше кайфуют, когда они видят в жизни больше того, что я не видел я. И я больше от этого кайфую, вот и все. Да, поэтому и советую, наверное, скорее всего, подумать о семье, детях. И в первую очередь тащить сюда детей своих. Это в первую очередь, да. И от этого родители должны получать кайф. А следом, конечно, они сами здесь будут кайфовать. Вот и все. И здесь никакого криминала нет, ничего нет. Здесь замечательно, ребят. Да, я много где был. Вот именно, и не только я здесь был, и в Египте я был, и в Финляндии. Финляндия вообще ужасно. Там люди все такие поросята. Там вообще все жадные, все друг друга сдают с потрохами. Здесь такого нет. Здесь все замечательно. Да. Что показывают по телевизору, я не верю. Мне кажется, все бла-бла-бла. Да, да. А по поводу того, как снять квартиру в аренду или отель найти, вот как вы с этим моим справляетесь? Да нет проблем, нет проблем вообще, нет проблем. Первый раз приехал, нашел с человеком, познакомился через сайт, через телефоны. Можно, сейчас это не тяжело, это сейчас по всему миру. Вот, да, там можно созвониться, там снять квартиру и так далее. Как бы не проблема вообще сейчас в этом дело. И крайний вопрос, вы много где бывали, почему именно Турция? Вот самое главное 3 качества, почему именно Турция? Слушай, я не могу, не зацепило, вот и все. Потому что, наверное, спокойно здесь. Наверное, спокойно из-за этого. И турки в первую очередь себя ведут адекватно. Любой кипиш, любой процесс, любая ситуация, даже бывает немножко не в трезвом состоянии. Даже сам бывает взбудоражишься. Я понимаю, что они ведут себя адекватно, они это терпят, глотают. И даже понимая русский, то бишь ты можешь выкинуть эти слова разные, да, нахуй, захуй, и там,
тра-та-та, и фака, и мака. Я не глотаю. За вами пришли. Ну все, это ваши друзья, да? Нет, пусть говорит, пусть рассказывает. А вот как вас зовут? Меня зовут Александр. Александр, а вы откуда? Я с Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода. У вас интернациональная команда. Конечно. Ну да, мы типа, мы русские друг друга видим, рыбак рыбака. Ложка, это, конечно, что там рыбалка на ложке недалеко упала, что там. Да, вам как здесь нравится? Очень нравится. Какой-нибудь секретик расскажете, лайфхак, вот чему вы тут научились? Вот в следующий раз, если вы приедете, что вы будете делать уже по-другому? Я здесь многому чему научился, но секреты выдавать не буду. А, вот так, я понял, хорошо. Пусть каждый приедет, получит свой секрет, оставит при себе, а потом поделится, чтобы люди... Ну хорошо, только мне тогда расскажите. Ну, главный секрет. Один. Секретов нет. Нет? Хорошо. Ну, спокойно здесь? Здесь спокойно, все хорошо. Отлично. Хорошо. Спокойно. Тогда спасибо вам большое. Нормально все. Вот. И вам счастливого удачи. Вам отдыха. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, вопросов нет. Все, счастливо. Счастливо. Вот так вот прошла встреча. Вот там на заднем фоне еще есть один человек, который, оказывается, тоже не первый раз здесь в Турции и смотрит мой YouTube-канал, что очень приятно. Друзья, расшаривайте это видео, то есть делитесь этим видео, пускай побольше людей его увидит. Мне очень приятно, когда я встречаю своих подписчиков, поэтому, друзья, давайте сделаем так, чтобы нас было больше. Ставьте лайки, ведь именно благодаря лайкам видео увидит больше людей. И делитесь этим видео. Спасибо большое. Насим, я думаю, будем заканчивать с опросом. Думаю, что это будет полезно для тех, кто хочет понять, как же здесь в Турции обстоят дела со многими позициями. Пишите ваши вопросы, буду отвечать. Ну, а в остальном, дин-дон-дэй, ма-саляма, гэй-до, гиле-гиле. Ну, наконец, просто чао.